Рад. На понятие. Так тут без машин вообще получается. Где-то что-то он может достать. А тут номерок не может мне принести, чтобы я тут переживала. Да ну и нафиг, блядь. Дима. Девушки и чиз. Хотя у него очень свободное движение, но потому что он и легкий такой. Но по поворотности самый лучший, конечно, ход, который стоит первый, но у него еще недостаточно хорошо отработаны задние конечности. Он еще нету вот этого размаха, он еще вот так идет. Ну, а это прекрасный кобель, но он несколько старого такого мастифа-образного типа, тяжеловатый такой, потому что...
Ну, он в разведении он необходим, потому что такая собака, в принципе, которой, чтобы не отличалась порода. То есть, поэтому, если он с выставочной точки зрения стоит, например, здесь, с точки зрения разведения, это кобель, который очень необходим. Кстати, все, кто здесь стоит, у кого нет книжек, у нас здесь на линке, можно купить проспект с этими догами, которые подойдете к секретарю и сможете... Вот, понятно, да? Вот это собака не придерешься. Вот все у него. И прекрасная окраска, и красная современная голова. Это вот этого западного типа, длинные вот этой самой. Это изумительная собака. Но движение вот, недостаточно, только все прекрасно. Недостаточно отработанное движение за ним. Вот этот. Все у Кати хорошо, и движения свободные, но еще, как мне сказали, нету и кулатуры недостаточно, не отработано, и маловато массы на нем. А двигатель в случае движения времени. Но клюки жалобные и задрипанные. То есть нет, вот аристократ, но поняла меня, да? Поняла. Я с подключивого режима. Зачем с кулаком? Ты даже провалила. Ну где это? Его должно быть как-то вот с лидера, а у меня я. Ну я для себя, Кать. Держи. Нормально. Лапу только переднюю как-нибудь так. Нормально, вот сейчас нормально. Да стой!
красиво. Конечно, для открытого класса очень плохо. Кто? Собаки. Они еще делают. Ладно, не пойдем на скамеечку, ладно? Ну давай, хорошо. Только недалеко, я же приду. На скамейке там сидим. Лен, продемонстрируй, а мне? Конечно, она знала. Не дергай ее, смотри, смотри, не дергай. Я же сама вытру вам. Молодец.